Тюменской области за прошедшие сутки выявлен 51 новый случай заболевания коронавирусом. 15 человек выздоровели. 9 пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Несмотря на усилия врачей, скончалась женщина 63 лет с быстро прогрессирующей двусторонней пневмонией на фоне ряда хронических заболеваний. В Тюменской области увеличилось количество лабораторий, на базе которых можно пройти тестирование на новую коронавирусную инфекцию. На сегодняшний день это количество составляет 18, в том числе частные лаборатории. Это в количестве 5 штук. Добавлю, что в регионе 507 человек остаются под медицинским наблюдением. 3426 человек находятся на перевахтовке.